Городские власти предложили ввести коэффициент плотности застройки. Так или иначе, все застройщики понесут какой-то убыток. Детские площадки рядом с проезжей частью. Застройщик вот таким образом на самом деле пытается покуситься на инфраструктуру, которую создали для других домов. Положит ли решение властей конец уплотнению? Вырастет ли в цене квадратный метр в два раза? Смотрите в специальном репортаже на РБК Пермь.